первый раз в детский сад. Новая ясельная группа в дошкольном учреждении сформирована. 30 малышей начали ее посещать. Работы в 108-м детском саду провели в ускоренном темпе, поэтому исправили задачи раньше других. Групповое помещение большое, спальное помещение имеется. Уже распределено и направлено 30 детей в эту группу. Дети начали ходить. Ремонтные работы проходили, можно сказать, сутками напролет. Работы контролировались. Сегодня в детский сад приехала глава Самары. Елена Лапушкина проверила, в какие условия созданы для детей. Под ясли переделано помещение, которое раньше не использовалось. Уже завершаются ремонтные работы и в новых яслях в детском саду номер 291. На финальной стадии нужен особый контроль. Площадь помещения, которую подготовили для самых маленьких, позволяет разместить здесь 34 воспитанника. Мебель вся новая, да, Наталья Александровна? Да, да, да. Будут игрушки, пособия, техника. А игрушки где у вас? Все приведено. В детском саду номер 374 ремонт в самом разгаре. Здесь будет открыто 25 новых ясельных мест в дополнение к тем, что уже есть. Здесь вот сделана уже проводка, разведена вся электрическая часть сделанная. Уже шпаклевано у нас, готово под нагрев. Полы меняются тоже? Да, делали. Сегодня снимают и заливают полы. В этом году в Самаре в общей сложности должно быть создано почти 1500 ясельных мест. Дополнительные площади нашли в 47 детских садах. Работы проводятся за счет национального проекта «Демография». Они должны быть завершены в декабре. На новогодние утренники дети придут уже в свой первый коллектив. Подходит к завершению строительно-ремонтные работы. Закупили достаточное количество новой мебели, нового технологического оборудования, мягкого инвентаря и игрушек. По мере готовности мы тоже проводим процедуру комплектования. Но до конца этого года, до 31 декабря, во всех 47 учреждениях ремонтные работы будут завершены. Соответственно, процедура комплектования тоже будет проведена. Особое внимание условиям проведения работ. Обязательно соблюдение масочного режима и санитарных требований Роспотребнадзора. Все-таки ремонт проводится в действующих детских садах, где особенно важно не допустить никакой инфекции. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События.